Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и откровенные отзывы. Тут целый пакетище. Просто огромный пакет. Очень много всего. Давайте по порядку. Так, первое, это у нас с вами средство для ежедневной и не ежедневной интимной гигиены. Гигиенические прокладки с анионовым чипом ночные. Артикул 112.95. Я уже говорила, они классные, они мне нравятся больше, чем дневные, потому что вот я прям уверена, что у них никаких там казусов не будет. Они огромные, у них есть сзади еще крылышки, обожаю. У меня в запасе, наверное, еще штук 6, потому что периодически они пропадают, а я прям другие не представляю. Ежедневки, кстати, ночных в пачке 7 штук, ежедневок 20 штук, и артикул у них, у меня тут порвался, 112.88. Классные, маленькие, удобные, но, допустим, для трусиков там стринги, да, не очень подойдут, потому что они, в принципе, такие широкие спереди и сзади, да, для обычных. Так, бытовая химия, закончился вот такой освежитель. Это у нас с вами апельсин с корицей, один из любимых, нравится такой терпкий, вкусненький, 303.27. Освежители безвредные у нас с вами для деток, для животных, они водные. Есть заглушечка вот такая вот от деток, если маленький, да, и хоп, и уже не распылите ничего, все. Так, дальше. Кондиционеры. Это недавняя новинка, закончился. Ума 305-16 артикул 0+. Детская новая наша линейка, нравится. Но вы знаете, я все-таки люблю, когда есть одушка на белье. Вот я люблю. Если вы не любите, вот вам сюда. Однозначно. Потому что на сухом белье одушки абсолютно нет никакой. Из флакона есть еле уловимая такая цветочная чистая одушка. Чистота такая и какие-то цветочки. А на высохшем белье ее нету, поэтому... Вот, кто любит, присмотрите. Но периодически буду брать, потому что белье от него тоже мягкое, практически такое, как от этого кондиционера Sensitive, тоже 0+. Это кондиционер-бальзам для белья 118.56. И здесь уже одушка немножко поярче, но тоже достаточно деликатная. Это тоже цветочки и такая чистота. Очень классная, здоровская. Ну вот, как, допустим, органа, пион, там роза на весь дом пахнут. Нет, она достаточно деликатная, но белье от него самое мягкое. Все равно, вот самое мягкое. Ума тоже такое же, от него очень мягкое белье. Так, соль для ванны, вот такая новогодняя еще, 29.46, Ксюшка доиспользовала. Да, если насыпать ее в сухую ванну, еще без воды, и включить воду, немножко пены есть, она очень быстро пропадает, ну так, баловство. Здесь такая душка, она достаточно яркая, ягодная, кисель напоминает ягодный, вот прям кисель. Побаловаться, вот так на подарочки взять можно. Мыло твердое, лав, овечка, достали, распаковали, положили в мыльницу. Хорошее мыло, мне безумно понравилось оно подушке. Вот прям одушка великолепная, тоже такой вот чистоты, прям классная. Артикул 27-29. Суперское мыло, раньше не пользовалась твердым мылом, но тут решили, девчонки захотели побаловаться. И у нас теперь оно лежит, у нас завелась мыльница, и поэтому... Буду вам теперь про мыло отзывы тоже давать, но мне кажется, нам одного вот такого куска месяц на 3-4, потому что все равно все моют руки жидким мылом. Закончилась вот такая маска из серии Blonde Icon, 27-12 артикул, вот так она выглядит. Она великолепная, она вот для блондированных девчонок, да, и у меня далеко не совсем блонд, но и то, даже на моих волосах она нейтрализует желтизну. А уж у девчонок тем более, она яркая, она очень яркая, если у вас совсем блонд, такой десятка, двенашка, причем она синяя, камера ее вам передает сиреневый. Нет, она синяя. Потому что синий и сиреневый пигмент, они несут в себе разную смысловую нагрузку, да, и разный результат. Она синяя. Девчонки, которых совсем блонд, прям вот аккуратненько, совсем чуть-чуть, быстро распределять по волосам и, в принципе, смывать этого будет достаточно. У кого не совсем, то подольше держать. Я держу минут 15. И нейтрализует, да. Слушайте, еще один сенситив у меня здесь затесался. Недавняя новинка, маска Green Karma. Я уже вам про нее много рассказала в предыдущих роликах. 0045. Брать не буду только из-за того, что остаются заломы на лице. Опять посередине маски, вот тут вот, как она была сложена, залом, и он остается на лице. И он у меня даже был еще с утра. Я маску делала перед сном. Поэтому вот только из-за этого. Хотя эффект после маски понравился. То есть личико мягенькое, напитанное, разглаженное. Все отлично, все здорово. Но вот эти заломы,
Я не знаю, только у Фаберлик такое, поэтому зачем мне на лице заломы новые? Вообще ни к чему, поэтому нет, нет и нет. Ночной вот такой лосьон кислотный закончился, 12-14, обновляющий лосьон с аха кислотами, все с кислотами завязываем, почти каждый день уже солнышко. Но вот эта линейка, она слабая, в принципе, можно и еще попользоваться месяцочек. Он классный, он действительно классный, он здорово работает вкупе с кремом из этой же линейки. Я вот чувствую даже эффект после одного лосьона, вот когда им протираешься на ночь, может даже пощипывать в некоторых местах. С утра прям лицо такое вот, ну обновленное, классное. Мне нравится, я вижу этого эффекта, я вижу, как он работает, поэтому нравится. Так, дальше еще один освежитель, это у нас с вами утренняя свежесть. Вот такой 303-25 артикул, забыла, как он уже пахнет. Классно он пахнет. Тут вроде как и цветочки, что-то такое, вот и свежесть тоже есть. Он классный тоже, вот отдушку этого люблю. Они все, в принципе, приятные. Так, дальше. Еще кондиционер. У меня тут кондиционеров собрали. Вот, посмотрите, еще один сенситив. И повторяла покупку вот эту «Мелодию солнца». Все-таки нет, он почему-то для меня отталкивающий. Его сейчас, по-моему, нет на складе. 118,57. Некоторые девчонки его прям любят. Но мне все равно вот на белье по факту какая-то нотка есть, которая мне не нравится. И с флакона яркий такой, тоже цветочно-сладенький букет какой-то такой с ноткой свежести. Но вот на белье по факту прям вот мне не понравилось. Поэтому не знаю почему. И первый раз мне не понравилось, по-моему, во время беременности тестировала. Так, еще и серии «Дом концентрированное моющее средство цветущее липа». С ним можно любые поверхности, в принципе, обрабатывать, но я с ним мою полы. 302,17. Классно, потому что люблю эту одушку липа. Она не остается, к сожалению, когда моешь полы в воздухе, ее не чувствуешь потом. А хотелось бы, потому что аромат обалденный. Действительно, цветущая липа классная. Это такое универсальное средство, которым можно делать ежедневную уборку. Она не справляется с какими-то серьезными загрязнениями, что-то почистить хотите. Но для ежедневной уборки, для мытья полов, протирания поверхностей, да, его, по-моему, смывать не нужно. Так, средство для очищения ванной комнаты. Вот такое. Универсальная морская свежесть, артикул 302-21. Люблю, обожаю. Почему без крышки? Потому что я сразу ее снимаю, выкидываю и накручиваю туда дозатор, наш Фаберлик, распылитель. Да? И таким образом распыляю по ванной, так гораздо удобнее, экономичнее, и средство по всей ванне распределяется лучше. Но сейчас теперь еще перчатки резиновые есть, что делает процесс еще более удобно. Вот, оно классно, оно действительно мощное. Его нужно на 5 минут всего лишь оставлять на ванне. Если оставите дольше, может повредить покрытие, и ванна будет шероховатой. Вот имейте это в виду. Но действительно с сильными загрязнениями справляется на ура. С налетом вообще от воды на ура. Так, дальше порошок универсальный, концентрированный, стиральный. Это у нас с вами горная свежесть. Артикул 323. Все устраивает, все прекрасно, все замечательно. Брала, беру, буду брать, отстирывает. Ну, ура, он еще и машинку чистит, он еще и гипоаллергенный, подходит астматикам, подходит деткам с нуля плюс. Поэтому порошки шикарные. Хватает надолго. У меня, когда машинка не полная, я половинку ложечки. Когда есть какие-то пятна там сильные, надо постирать, могу целую. Ну, в общем, не всегда полную ложку, я не на каждую стирку кладу. И хватает его, в принципе, надолго. Вот такой шампунь закончился, морожка. Морожку очень люблю, уважаю. У нас подошла всей семье, и мне, и Ксюшке, 0,1,90. Артикул этого шампуня, это у нас с вами универсальный для всех типов волос. От этой серии нереальный блеск волос, но без утяжеления, если правильно подобран шампунь, бальзам, да, и маска. У Ксюшки прям красиво ложатся локоны, если у вас от природы вот волосы вьющиеся, то вот прям вот красота. У нее вот после этого шампуня прям вот красота. Поэтому очень понравился, будем обязательно повторять, когда добьем все новинки. Мужской дезодорант Товару, второй уже брала мужа, ему очень нравится. А Ксюшка говорит, я задыхаюсь. Да, действительно, когда его распыляешь, облако такое, мама, не горюй. 36-19, но аромат классный, аромат такой мужской, подойдет на возраст 25-60 лет, вообще без разницы. Здесь какая-то, мне кажется, табачная такая даже нотка. Классный, вкусный, здоровский. Так, дальше детское средство Ума 0+. Вот такое использовали как подмывашку, потому что как пена для ванны, но у нас с вами не очень хорошо пенится, 1+ получше. 27,93. В целом все неплохо, никаких аллергических реакций, ничего не вызвало, а нареканий нет. Так, карандаш в таком вот виде, у меня его разобрала весь крестюшка, видимо. 77,55 артикул, это карандаш для ухода за кутикулой у нас с вами. И здесь классный такой наконечник, которым очень удобно кутикулу обрабатывать, если по-быстренькому прям нужно ее обработать. Да, это такой экспресс-средство, раз-раз, и все, она идеально выглядит. Сухость сразу моментально уходит, какие-то
шелушение, там, заусенцы и так далее, все это можно сгладить. И вот как раз один плюс, оно пенится получше Ума 2792. Вот его можно и как подмывашку использовать для всей семьи, в принципе, и как пену для ванны малышу тоже вполне себе. Закончился вот такое средство, артикул которого не скажу, для волос эксперта. Оно у нас с вами там для роста волос, для укрепления, что-то такое. На кожу головы мы должны наносить это все дело. Не могу ничего сказать о результате, потому что пользовалась где-то раз в неделю. А флакончик маленький, буквально на несколько раз хватает, поэтому о результате судить трудно. Мне в этом плане все равно больше всего нравится эссенция. Так, дальше. Опять разобранный крестюшкой флакон. Это спрей-очиститель без пятен и запахов. Вот такой. 308-02. Спрей, кстати, хороший. Вот эта вся линейка Petit Tales, она очень хорошо выводит пятна. Распыляем с вами на пятно, в принципе, на любое. Я не для животного своего брала, а для ребенка, да, когда до ковера делает или еще что-то, там обивку. Распыляем, потерли и нормально. В средней степени загрязнения очень хорошо выводит, все отлично. Дальше дезинфицирующий гель для рук затесался. Ксюшка в школу с собой брала. Артикул 27-24. Он у нее так периодически лежит. В свое время набрала много, когда они там все по 10 рублей их уже раздавали, они уже не нужны никому, когда пандемия не закончилась. Спрей для полости рта с пребиотиками, опять без верха. 1679 артикул с серии Эксперт. Серия Эксперт Фарм у нас с вами космецевтика. То есть она не только косметический продукт, но еще и лечебный. Здесь действительно пребиотики в составе. Очень классная штука. Многие девчонки и лечат горло, когда начинает болеть, если прямо вот в первые дни попшикать. Когда десны воспаленные, да, мы просто так вот брали, потому что нравится. Чага сибирская вот у меня здесь. Очень хочется чагу повторить, но ее на складе нету, прям вообще пропала. Обожаю. Она очень хорошо, прям вот я чувствую, на желудок влияет. На мой конкретно не могу сказать про всех, не найду ее артикул. Здесь 50 порций, 157, 49 артикул. Она такая темненькая, я ее пила натощак. 10 капель это примерно половина пипетки. Я сразу же набирала, прям в стаканчик капала, размешивала ложечкой и пила. Чага вообще это вещь универсальная, классная и для иммунитета, и для здоровья всего организма в целом. Здоровская. Так, и осталось у меня здесь два БАДа новых, молекулярных. Первый это у нас с вами... Либераверм, это который антипаразитарный, да, антипаразитарный вот этот. Ой, девчонки, вещь супер. Вот вы знаете, посмотрела, почитала, изучила и на себе эффект почувствовала. Не только вот от паразитов в привычном понимании, да, здесь 60 капсул, это на месяц, по две штуки натощак пила. Грибок, если есть в организме, да, если у вас герпес там постоянно вылезает, это же грибок, если там есть грибок ногтей и так далее, вот эта штука, она тоже помогает. Поэтому я прям хочу взять еще, но я очень негодую, что для ВИПов убрали со скидкой 70% эти БАДы, может вернут все-таки, тогда возьму за полную цену, мне очень хочется, если честно. Но вещь действительно рабочая, поэтому, может быть, даже возьму за полную цену. Так, и следующий у нас с вами иммуномодулятор Форте, артикул его вообще не найду, а вот он, 156-79, артикул антипаразитарного 156-97. А этот 79. Пропила, все отлично, все здорово, не болела, не болеет, все замечательно, супер. Как раз вот этот период, сейчас был январь, февраль, начало февраля, да, когда вот грипп тоже обостряется у нас в центральном регионе, по крайней мере, поэтому как бы все отлично, все здорово. Тоже пила по две штуки натощак. Есть у меня еще в запасе другие БАДы, которые еще не начинала пить, буду отзывы вам давать, потому что не хочу пить все кучи, хочу отслеживать эффект, хотя бы по две штуки пить. Но на этом все, моя хорошая ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.